Решила записать, посмотрите, здесь какие раскопки. Посмотрите, как кирпичи валяются. Видите, все эти какие раскопки. Офигеть, нужно сюда вернуться. На эти раскопочки. Посмотрите, там какая-то вообще огромная эта штука, посмотрите, железка. Да? Каркас такой. Хочу вам записать. Все равно за давно поезда не записала, чтобы вы посмотрели. Потому что рядом в Гарибальде очень все интересно. Мы же сейчас в подземелье залезем. Посмотрите, кстати, здесь все очень интересно. Эти стены там лезут. Тут очень много всяких. Кстати, вот это вот. Вот эти я тоже хочу снять. Просто на вокзале, где Сесто Сан-Джованни, там таких 4 огромных тоже. Нифига, кто их там будет выкидывать, строит вообще. Ужас, да? Удивительная штука тоже вообще. Сейчас мы заедем на кушки. Видите, с другой пути. Сейчас мы заедем в туннель. Посмотрите, не наш, видите, наши линии. Посмотрите, явно поезд. Тоже не поезд. Ну, вы поняли. Туннель. Не туннель, а мост. Мост наш. Посмотрите, видите. Видите, арки. Посмотрите. Арки, да? Все, ребятушки, нашла я. Нашло на меня уже вдохновение. Так что можете радоваться. Вливаюсь уже в работу. Поэтому я решила сегодня даже пусть немножко, но я позаписываю. Посмотрите, сколько слепых путей. Смотрите, вообще. Вот, и просто посмотрите, сколько много станций друг и друг, рядом с другом. Зачем, вообще непонятно. Через практически километр. Видите, сейчас мы заедем в туннель. Видите, пустые пути. Слепые, извините. Ребенок радуюсь, слушайте. Давно не снимала. Видите. Странное строение вот с этими тоже. На крыше под эти треугольники тоже странные. Везде я вижу это. Так, смотрите. Въезжаем в туннель. Сейчас будет туннель, ниточки. Видите, какая стена там? Видите, все-таки. Какие стены. Вообще, да? Это центр Милана, ребятушки. Центр Милана. Видите, стена, кстати. Смотрите, стена, смотрите. Ну, немножко, конечно, тут отсвечивать, но вы видите все равно, что сюда стена идет вниз. Сейчас будет туннель, наверное. Видите, какая стена. Офигеть, видите? И с дырками. Посмотрите, что. И там еще по железнодорожной пути. Кому они нужны? Скажите, кому они нужны? Просто это говорит о том, что все слоями идет. Вот эти пути никому не нужны были, верьте. Смотрите, они никуда вообще идут. Вы понимаете? По ним никто не ездит. Вот так вот. Видите, смотрите, здесь все засыпано. Здесь что? Около Гарибальди, кстати, все эти такие строения старые, да? Вообще снимают каждый элемент. Кстати, 5 минут от Вилла Пиццоне до Гарибальди, и это третья уже будет станция. Нормально? Нам повезло, что мы не в туннель заехали. Классно. Очень хорошо. Вот я все сниму. С этой стены там тоже, видите? Хорошо. Все наше здесь. Но не наше. Наше, но не наше. Понимаете? Следующий центр Милана. И вот такая уже огромная тоже станция. И еще дальше будет централь, понимаете?
такое небольшое видео, но познавательное. Мы показали, я показала вам, какие стены около просто метро. И вот рядышка уже приехала. 5 минут. Киньте, да? Вот так вот. Уже приехала. А, я сейчас вот выйду, вам покажу, как там. Сейчас они выйдут за мной. Смотрите, какие тут граниты. Я хочу вам показать, наконец-таки, все время обещаю, как заканчиваются бинарии здесь идти. Ну, бинарии это эти шпалы. И полиция не будет. Вот, ребятушки, 3 видео сегодня сделала. Как говорит, это один из мотиваторов. И да, это 30 делаю, это ничего, да? Так, я их охраню. Смотрите, какие правильные ступеньки здесь, да? Это как раз какие-то наушники. Сейчас я вам покажу. Как заканчиваются пути у нас. Ну что, поздравляйте меня, я заработала. Наконец-таки я нашла в себе силы встать и пойти снова. Пойду сейчас к полиции полную, ребятушки. Ладно, все, пошла я метро. Пока-пока.